Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту» и я, Адиева Алия. Алия Адиева, заместитель директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов. Учусь на платном, хочу подрабатывать с летом. Куда обратиться? Слышала, что выезжают целыми отрядами на лето. Какие преимущества есть в трудоустройстве через студотряды? Какие вакансии актуальны для меня на сегодня? И всех ли принимают? Вопрос трудоустройства традиционно является одним из наиболее актуальных для молодежи. Одним из важнейших направлений по трудоустройству студентов в Татарстане является развитие многопрофильности видов профессиональной деятельности в студенческих отрядах. Это возможность получить первый трудовой опыт в различных отраслях экономики – строительстве, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, сферах детского отдыха, сервиса и туризма. В этом году студотряды Татарстана традиционно представят республику на множестве всероссийских и межрегиональных проектах – от Камчатки до Республики Крым. Один из наших девизов – студенческие отряды больше, чем просто работа. С нами молодой человек может бесплатно получить дополнительную специальность, путешествовать по России, пробовать себя в разных направлениях работы, находить друзей и единомышленников. На трудовых проектах для ребят организуется комиссарская деятельность, творческие и спортивные мероприятия, чтобы студент мог раскрывать свой потенциал. К тому же мы выбираем только проверенных работодателей. Студент может быть точно уверен, что его не кинут. А еще работодатели гарантированно обеспечивают питание, проживание, обучение и компенсируют расходы на проезд до места работы и медицинский осмотр. Попасть может любой желающий с 14 лет. Для этого достаточно обратиться в штаб студенческих отрядов, которые есть во многих учебных заведениях и муниципальных районах, или просто написать в социальных сетях. На сегодняшний день многие направления уже сформированы. Мы начинаем подготовку весной, потому что в зависимости от направления надо пройти подготовку. Сейчас есть возможность трудоустроиться в составе производственных отрядов. Можно трудоустроиться на проект «Алабуга Композит», который реализуется на территории особой экономической зоны Алабуга. Основные условия – это достижение совершеннолетия, бесплатное проживание в Алабуга Хостел и заработная плата от 100 тысяч рублей в месяц. В составе сервисных отрядов можно трудоустроиться в парк-отель «Новая земля». Студенческие отряды будут работать горничными, озеленителями, поварами, официантами на шведском столе, кухонными рабочими, администраторами и ресепшн. Заработная плата – 33 тысячи рублей в месяц.